Более 3 веков назад император Петр, научившись корабельному ремеслу у европейских мастеров, своим примером указал дорогу к строительству флота для Российской империи. Тем же путем пошли австралийские судомоделисты, посетившие наш город. Чтобы познать необыкновенные секреты постройки миниатюрных шедевров кораблестроения, которыми в полной мере владеют их российские коллеги. Судомоделизм – это не только творчество, граничащее с искусством. Это изучение истории флота, сохранение национальных традиций. Видимо, этим руководствовались два молодых австралийских судомоделиста – Антонио Рамос и Иван Крамер, решившись пересечь пол земного шара, чтобы научиться искусству петербургских мастеров. Это событие, по сути, первый шаг к созданию Международной академии судомоделистов, о которой давно мечтают в Петербурге. Родилась у меня идея создать академию судомоделизма, которая будет одновременно и виртуальной, и в то же время реальной. И вот, открыв у себя в компьютере систему бесплатных международных разговоров с видеоизображением в Skype, я познакомился с моделистами из многих стран мира, в том числе с двумя парнями из Австралии. Сначала они меня решили пригласить в Австралию, чтобы я их обучал там судомоделизму, как бы в командировке будучи находясь. Но потом возникла идея, а может быть, стоит просто пригласить их в Россию, и здесь уже на примере готовых мастерских, готовых инструментов и моделей строящихся, показать, как русские моделисты строят свои корабли. Мастера из Австралии проведут на берегах Невы почти месяц. Наше знакомство случилось в мастерской одного из ведущих судомоделистов страны, Михаила Безверхнего, победителя чемпионатов России и мира. Здесь, в небольшой квартире на улице Кораблестроителей, проходят первые уроки мастерства для представителей Зеленого континента. Наверное, это судьба. Многие ведущие мастера-судостроители Петербурга живут на улице с таким символическим названием. Побывав в Петербурге, у австралийских судомоделистов появилась мечта. Они хотят сделать первую модель, не хуже, а может быть и лучше, чем работы своего наставника Михаила Безверхнего. Доктора Майка так они уважительно почитают своего учителя. А потом обязательно привезти эту модель в Санкт-Петербург. Доктор Майк – исключительный судомоделист. Я надеюсь, что смогу перенять эти навыки и забрать с собой в Австралию, чтобы строить модели высокого качества, с которыми я смогу поучаствовать в соревнованиях в Европе. Я также планирую научить австралийских мастеров всем технологиям, которые используют российские судомоделисты. Все уроки австралийцы снимают на видео. По итогам поездки планируется выпуск специального фильма, видеокурса по основным направлениям судомодельного искусства. Даже те мастера, которые не смогут лично побывать в России, в Петербурге и увидеть своими глазами, как рождается модель корабля, смогут увидеть это на экране. Ведь специальных учебных заведений или курсов подготовки судомоделистов нет как в России, так и за рубежом. Этому специально-то нигде не учат, да? Нету ни техникумов, ни институтов, да, чтобы этому научиться. Как правило, это личный опыт, по большому счету. Поэтому, ну, я этим занимался с детства, да, ну, как все дети начинают там, не скажу, что это с пионерского кружка, да, но, тем не менее, вот с такого раннего детства, но там дальше больше. То есть, в принципе, это все личный опыт, и каждый судомоделист, более-менее профессиональный, он имеет за плечами не один год, да, не одно десятилетие, на самом деле. В планах гильдии судомоделистов Санкт-Петербурга открыть Международную академию судомодельного искусства, которая будет готовить реставраторов для всех морских музеев России и других стран. А в мечтах, чтобы в каждом доме морской столицы была миниатюрная модель хотя бы одного из знаменитых исторических кораблей.